растут как грибы после июльского дождя. Речь, разумеется, не о тихой охоте, а о вышках сотовых операторов. Причем устанавливают их иногда не в самых подходящих местах. Так в Талицах подрядчик перегородил конструкцией пешеходную дорожку. Это не новый арт-объект, а скорее памятник конструкторской непродуманности. Вышку сотового оператора установили на пути местных жителей. Я живу недалеко с колясками, мама, мне удобно тут ходить, объезжает по дороге. Могли подальше отодвинуть и сделать. Неужели нельзя было отступить в сторонку, ну, полметра хотя бы? Ну, не делай это. Люди ходят по пешеходной дорожке. Куда мы будем ходить? На дорогу, что ли, выходить? После многочисленных жалоб в дело вмешалась администрация. Пришлось провести целое расследование. Было выявлено, что организатор данных работ, фирма «Альянс Плюс», получила разрешение на установку вышки, но не получила разрешение на проведение земельных работ. Соответственно, они не знали ограничений, которые присутствуют на этом участке работ, и провели работы без нашего, соответственно, уточнения. В результате движение для пешеходов перекрыто. На тропинке установили бетонное основание. Его внешние размеры 2 на 2 метра. В глубину конструкция уходит на 4 метра. Вес около 20 тонн. Но решение было найдено. Одно из решений, которое было предложено и согласовано с нами, это прежде всего мы немножко меняем геометрию дорожки. И получается, что у нас вышка остается в стороне от дороги, не мешая проходу пешеходов. Все материальные затраты ложатся на собственника. До 1 мая фирма-подрядчик должна переделать пешеходный путь. Чтобы подобных казусов не происходило, собственникам земель напоминают. Все земельные работы должны быть согласованы с администрацией. Запрос можно оформить на сайте РПГУ. Ордер оформляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Николай Матюнин, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.